это футбол. Я никогда не говорю, что там команда слабее, сильнее. Там, победа. Ну, как бы этого не показалось, потому что Беларусь я в течение сколько следил, как они участвовали на чемпионате Европы на отборочных. Ну, это самая так, уважительная и самая сильная команда. Ну, думаю, мы просто сегодня как бы использовали момент и выиграли. Матч окончен 1-0.